засадками. Называется водоем Кресты. Ну, сегодня, конечно, не особо. Вот там впереди есть там, где платно отдыхают, ловят. Вот. Лодка пошла с отдыхающими. Вон она, вот, конечно. Так, катают людей тут. Рыба не ловится ни хрена сегодня. Ну, конечно, не ловится, не ловится. На жареху мы себе их поймали. Поймали. Так что пустые домой не поедем. Но и в то же время вот все стоит. Вот как встало, и все. Ну, что сделаешь? Ни позавчера не было ловли, ни вчера. Но вчера мы поймали все равно чашку рыбы. Может быть, сегодня что-нибудь тоже половим, найдем. Будет у нас. Здравствуйте. Вот такие дела. Татьяна Алексеевна, Шмелек 29.